друзья, аж на третий раз. Получалось бы у меня монтировать эти видео, было бы у меня очень даже интересное кино. Ну ничего, тремя дублями. Так, смотрите. Все, накрутила, скрутила. Ничего здесь вроде не шевелится, все нормально. Здесь все это промыла, прочистила. Единственное, гофру эту не доставала, чтобы промыть, потому что боялась еще там, что разгерметизирую, не дай бог, еще и там будет протекать. Так, здесь вроде не протекает. Но надо проверить еще под большим напором воды. То есть, так, здесь закрываем. Вот так закрываем. Открываем воду. Пусть немножко не течет сюда воды. Так. Пусть не течет, не течет. Так, закрываем. Убираем. Проверяем. Так, проверяем. Проверяем. Так, тут все сухо. Сухо. Тут все сухо. Вот так, друзья. Я это сделала. Как говорится, мы предполагаем, а Бог располагает. На сегодня были совсем другие планы. В планах была подкормка рассады, порыхлить, пошевелить, кашу заре сварить. Ну, кашу-то придется по-любому варить еще сегодня до ночи. Еще кастрюли придется перемыть. Так что вот такие вот дела. Оказывается, можно что-то придумать и без запчастей, и без магазина. Когда дома есть какие-то шайбочки, гаечки и, главное, инструменты. Что мне понадобилось для этого? Плоскогубцы, чтобы подержать, чтобы не крутилось. Отвертка. И ключик, которым я гаечку зажимала. Вот так. Заодно нашла еще вот какую-то прокладочку. У меня есть кастрюля, в которой сломалась там прокладка такая была какая-то пластмассовая. Попробую поставить вот эту и починить крышечку еще заодно. От сковороды большую, хорошую. Вот так. Так что сегодня у меня день монтера. Все, друзья, пока, на сегодня хватит.